Кошкинское интернет-телевидение. Итак, уважаемые участники соревнований, объявляется для поднятия флага Российской Федерации приглашается прошлогодний победитель турнира команда Константин. Представитель, пожалуйста, подойдите. Тема Банасова. И пожалуйста.
прекрасный вид с горки бильярд на территории нашего поселения. И желаю вам успехов и побед. Как участник соревнований, слово представляется главному судье соревнований Малу Виталию Петровичу. Как вы заметили, ребята, бильярд нас объединяет. Вот смотрите, ветераны, ой, я самый счастливый, наверное. Посмотрите, вот вы все тепле, хорошо, вот столы нормальные, туда-сюда. Так что удачи, я думаю, людей эхо. И сегодняшний день проведем. Сегодняшний день проведем. Вот что как раз день рождения Петра Николаевича, которого мы все любили, и сейчас помним. И вот у него память. Как раз его день рождения. Это же вообще очень так. Конечно, жаль, что он так рано ушел. Ну ладно.